Краснодарский краевой суд поставил точку в очередном громком деле. Обвинительный приговор выслушали Петр Пинчук и Денис Мурдалов, признанные виновными в убийстве бизнесменов и незаконном обороте оружия. В октябре 2010 года Пинчук и Мурдалов подъехали на мотоцикле к кафе, расположенном в городе Сочи, и выпустили около 20 пуль в обедавшего там бизнесмена. Впоследствии он скончался в больнице. Спустя полтора года в том же кафе ими был застрелен еще один бизнесмен. В судебном заседании сторона защиты и сами подсудимые настаивали на своей невиновности. Однако в августе 2020 года коллегия присяжных заседателей большинством голосов, 6 против 2, признала их виновными по всем пунктам предъявленного обвинения. На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Краснодарский краевой суд приговорил Петра Пинчука к 20 годам, а Дениса Мурдалова к 21 году лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.